Монтавалеся, кастрати, ходят в павины, палаты. Отчего мы не женаты? Чем мы виноваты? Говорит им папа строго. Это что за синагога? Не боитесь вы Бога? Прочь долой с порога. Я к нему. Тебе-то ладно, ты живешь себе прохладно, но а нам так безотрадно, очень уж досадно. Ты живешь себе по воле, чай натер себе соли. А скажи-ка, таково ли в нашей горькой доле? Говорит им папа, дети, было прежде вам глядеть, потерявши вещи пяти. Надобно терпеть, жалко вашей не утраты. Я, пожалуй, вместо платы прикажу из лучшей ваты ставить вам заплаты. Я к нему, на что нам вата? Это годно для халата. Не мягко, а жестковато вещь, что нам нужна-то. А по книгу, в раю дам место, будет каждому невеста. Верить с плотва буду тесто, посудите, веста. Я к нему, на что нам в тесте? Будь его пудов хоть 200, с ним не вылепишь невесте то, чем жить с ней вместе. Вот нелегкая пристала, молвит папа, среди снала. Уж коль с мозгу что упало, то меньше пропало. Эта вещь прибавил папа, проводи хоть упряма. Нет на это ни скупава, эта вещь не шляпа. Да и что вы в самом деле, жили вы в моей капелле под начальством Антонелли? Да, кандаты пели. Нет, ответствует кастраты, ведь я таки девятый. Мы уж стали сиповаты, поючи кандаты. А не хочешь ли для них сам пропеть нам кастанива? Да не грубо, а пистолива, тонко особливо. Испугался папа, дети, для чего мне тонко петь? Да и как мне разуметь предложения эти? Я к нему простая наука. В этом мы тебе порука. Чекнул раз, и вся тут штука. Вот и бритва, ну-ка. Папа думает, а ноги было б даже не по моде. Щеколять мне в среднем роде, шалец за демороди. Я мороди, то и порою, с королем, который с гною, занимался над горою, папской вихтурою. Все в подрясниках шелковых, ранцаних и шкурах новых, шишак полные еловых, сам в чулках лиловых. Играет Венеранди. А кричит, уж не до ради, там хотят совсем не кстати папу холощади. Искушенный в родном строе, его раз согнулся втрое, видит дело-то плохое, молвит, что такое? Повторяет Венеранди. Вам теперь уж не до ради, там хотят совсем не кстати папу холощади. Но я услышал эту фразу, демороди понял сразу. Говорит, а ноги с глазу слушаться приказу. Затрубили тотчас трубы, войски вспыхнул жар зубовый. Так и смотрят все, кому бы дать прикладом зубы. Ранее в треуголке врязет только что с иголки. Всех везет их в одноколки, в папины светелки. Как пошли туда солдаты, испугались их кастраты. Говорят, мы виноваты, и будем петь без платы. Добрый папа на свободе, печется о народе, а кастратом демороде, молвит в этом роде. Всяк, кто этот замешан, заслужил бы быть повешен, папа шлёп совсем удержан, я один безгрешен. Конец настал всем спором, лишь при дворе декору, и пищат кастраты хором, до скончания века.